Всем привет! Вы на канале Нитка.кз. Меня зовут Жанара. И это видеомастер-класс по вязанию сумочки-шопер из трикотажной пряжи. Вот такая сумка у меня получилась. По размеру она высотой 25 см и шириной 34 см. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а я вам желаю приятного вязания, и мы начинаем. Трикотажная пряжа алтын, цвет корица, шафран и шоколад. Толщина нити 7 мм, в мотке 100 метров 330 грамм. Крючок номер 6 и крючок номер 4. И для застежки мне понадобилось одно колечко, внутренний диаметр 30 мм и карабин. Перед началом вязания беру трикотажную пряжу, аккуратно разматываю ее с внешней стороны мотка на себя и затем пряжу слегка растягиваем. Оставляем кончик нити примерно 4 см. Набираем цепочку 19 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Пропускаем первые две петли. В третью петлю вяжем 2 столбика с накидом. Далее вяжем 15 столбиков с накидом. И у нас должна остаться одна непровязанная петля в конце цепочки. Закончили, связали 15 столбиков с накидом. В конце остается одна непровязанная петля. И в нее мы вяжем 6 столбиков с накидом в одно основание. Переходим на другую сторону и вяжем 15 столбиков с накидом, при этом кончик нити прячем внутри петель. Подошли к концу ряда, и здесь мы вяжем 3 столбика с накидом в первую петлю.
Закрываем первый ряд, вводим крючок в цепочку из двух воздушных петель, делаем соединительную петлю и затем 3 воздушные петли. Итого у нас 42 петли. Вяжем второй ряд, вначале вводим крючок в первую петлю и провязываем столбик с накидом. Затем во вторую петлю провязываем 2 столбика с накидом. И в третью петлю тоже провязываем 2 столбика с накидом. Далее я отмечаю маркером участок 15 петель и провязываю 15 столбиков с накидом до той петли, где стоит маркер. Закончили, связали 15 петель. Переходим к прибавкам. Здесь у нас было 6 петель. В каждую из 6 мы вяжем 2 столбика с накидом. Мы закончили делать прибавки, связали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на другую сторону. Здесь тоже маркером отмечаю 15 петель и провязываю 15 столбиков с накидом. Закончили, связали 15 столбиков с накидом. И остается еще 3 петли до конца ряда. В них мы вяжем по 2 столбика с накидом в каждую петлю. Закончили прибавки 1, 2, 3. И здесь у нас тоже 1, 2, 3. Итого 6 прибавок. Закрываем ряд. Вяжем соединительную петлю. 3 воздушные петли. И здесь по окружности второго ряда у нас должно получиться 54 петли. Вяжем третий ряд. Опять вводим крючок в первую петлю. Провязываем столбик с накидом. Далее чередуем 1 столбик с накидом, в следующую петлю двойной столбик с накидом, далее 1 столбик с накидом и еще раз двойной столбик с накидом. Итого мы сделали 3 прибавки через одинарный столбик с накидом. Далее мы отмеряем 16 столбиков с накидом. Провязываем этот участок. Закончили, связали 16 столбиков с накидом. Далее мы делаем 6 прибавок через одинарные петли. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Обратите внимание, что здесь у нас между всеми двойными по одной одинарной петле, и всего мы делаем 6 прибавок.
Если полотно немножко стягивает, можно его вручную растянуть. Итак, мы сделали 6 прибавок через одну одинарную. Переходим на другую сторону. Здесь мы отмечаем маркером 16 петель и вяжем 16 столбиков с накидом до следующих прибавок. Закончили, связали 16 петель. И здесь нам остается еще сделать 3 прибавки. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная, одинарная. Точно так же чередуем их через одну одинарную петлю. Закрываем третий ряд, делаем соединительную петлю и затем 3 воздушные петли. Итак, по окружности третьего ряда у нас получается 66 петель. Это вместе с цепочкой из 3 воздушных петель, которая у нас считается как столбик без накида, первый. Далее мы с вами вяжем еще 4 ряда без прибавок по 66 петель в каждом ряду. Закончили, связали еще 4 ряда. 1, 2, 3, 4. По высоте это получается 9 сантиметров. Донышко по размеру у нас получилось примерно длина 30 сантиметров и ширина 13 сантиметров. Далее мы вяжем с вами другим цветом. Берем новый моток и точно так же распускаем пряжу с внешней стороны мотка и затем слегка растягиваем пряжу. Вот здесь у нас последняя петелька, и на этом этапе мы присоединяем новый цвет. Делаем одну петлю пряжи другого цвета и затем уже мы делаем закрытие ряда. Вяжем соединительную петлю и затем 3 воздушные петли уже новым цветом. Теперь мы будем вязать уже новым цветом. И точно так же, как и в предыдущих рядах, вяжем с вами по 66 петель. В каждом ряду всего 4 ряда. Обратите внимание, что первая петля у нас идет в виде цепочки из 3 воздушных петель и затем 65 столбиков с накидом. Кончик нити из предыдущего мотка можно отрезать и продолжить уже вязание новой нитью. Итак, мы продолжаем, вяжем всего 4 ряда этим цветом. Мы закончили, связали 4 ряда вторым цветом. По высоте получается тоже 9 сантиметров. Теперь мы присоединяем опять новую нитку. И точно так же готовим нить. Распускаем и растягиваем. Как и в предыдущий раз, мы закрываем последнюю петлю новым цветом пряжи, затем вяжем одну соединительную петлю новым цветом. И далее мы вяжем 3 воздушные петельки новым цветом.
Продолжаем вязание новым цветом пряжи и провязываем 3 ряда по 66 петель в каждом ряду. Итак, продолжаем, вяжем 66 петель по кругу и 3 ряда в высоту. Закончили, связали 3 ряда. Теперь мы вяжем с вами ручки для сумки. Здесь я поставила маркер. 12 петель мы оставляем для ручки с одной стороны. Затем между ручками 21 петля. Здесь тоже 12 петель для второй ручки и 21 петля между ручками с другой стороны. От начала ряда мы вяжем столбиками без накида. Провязываем необходимое количество петель. У вас может количество петель отличаться. Самое главное, чтобы ручки располагались симметрично, друг напротив друга. Далее мы вяжем 50 воздушных петель. Продолжаем. Связали 50 петель. И теперь присоединяем цепочку после второго маркера. Внутри у нас остается 12 петель внутри ручки. Далее мы с вами вяжем 21 столбик без накида до следующей ручки. Закончили, связали 21 петлю. Вяжем вторую ручку, опять делаем цепочку 50 воздушных петель. Мы закончили, связали 50 петель, присоединяем и вяжем до конца ряда. Закрываем ряд, делаем соединительную петлю, затем одну воздушную петлю и затем опять вводим крючок в эту же петлю и провязываем столбик без накида. И так продолжаем, вяжем столбиками без накида, и при этом у нас в конце перед ручкой должна остаться одна непровязанная петля. Далее мы вяжем, вводим крючок за одну полупетельку и провязываем 50 соединительных столбиков по всему периметру ручки. Закончили 50 петель. Теперь здесь одну петлю пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. И всего провязываем 19 столбиков без накида до следующей ручки. При этом в конце, обратите внимание, у нас тоже одна петля остается не провязанной. Вводим крючок в первую петельку на цепочке из 50 петель и провязываем 50 соединительных столбиков. Связали вторую ручку, опять одну петлю пропускаем и затем вяжем столбиками без накида до конца ряда. Заканчиваем этот ряд, закрываем последнюю петлю и сразу продолжаем вязать соединительными столбиками за 2 полупетельки. При этом старайтесь здесь
вязать не слишком туго, петли должны быть свободными. Провязываем до следующей ручки, до первой ручки вернее. И далее вводим крючок в арку самой ручки и провязываем 50 столбиков без накида в арку. При этом может быть количество петель не ровно 50. Самое главное – это полностью закрыть предыдущий ряд ручки. Может быть, например, 52 или 55 петель. Единственное условие, что при обвязке второй ручки вы должны использовать то же самое количество петель. Итак, мы сделали обвязку первой ручки. И далее мы продолжаем. Вводим крючок в следующую петлю и вяжем соединительными столбиками. Провязываем всего 19 соединительных столбиков до следующей ручки. Закончили эту часть. И далее переходим ко второй ручке. Здесь мы вяжем точно такое же количество петель. У меня это 50 петель. В арку второй ручки и обвязываем ее полностью. Итак, мы закончили, обвязали вторую ручку и теперь продолжаем. Вяжем до конца ряда соединительными петельками необходимое количество петель. Мы закончили, теперь можно кончик нити отрезать и закрываем последнюю петельку. Здесь у нас остается недовязанная одна петля, я беру тонкий крючок и закрываю нитку так, чтобы она выглядела как последняя петелька, и кончик нити прячу внутри петель последнего ряда. Вы можете оставить сумку так, например, внутрь сшить подкладку с замочком молнии, либо вшить внутреннюю магнитную кнопку. Я решила здесь сделать и в виде украшения, и в виде застежки перекладину с карабином, который у меня будет идти вместо застежки. Для этого я буду вязать широкую перекладину. Оставляю кончик нити 20 см, набираю цепочку 13 воздушных петель. Набрала цепочку 13 воздушных петель, первую петельку пропускаю, ввожу крючок во вторую петлю за заднюю полупетельку и провязываю соединительный столбик. И продолжаю вязать до конца ряда всего 12 соединительных столбиков. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд, вводим крючок только за одну полупетельку и провязываем 12 соединительных столбиков. И далее мы продолжаем, вяжем до высоты 6 рядов, в каждом ряду по 12 петель, и все оставшиеся ряды вяжем точно так же, как второй ряд. Вот такая перекладина у меня получилась. Оставляю длинный кончик нити сантиметров 20, отрезаю нитку, закрываю последнюю петельку. Обратите внимание, здесь нужно сделать как бы узелочек. И теперь можно пришить карабин. Беру перекладину так, чтобы вот здесь у меня было начало ряда, начало вязания.
нитка, которая осталась в начале. И делаю несколько стежков, стараюсь в каждое отверстие делать по 2 стежка. Обшиваю карабин этой ниткой. И кончик нити прячем. Теперь давайте посмотрим, вот это у меня задняя сторона сумки. Я беру тонкий крючок и аккуратно пришиваю перекладину чуть ниже первого ряда по задней стенке сумки. Тоже делаю несколько стежков. И вот застежка почти готова. Осталось только присоединить кольцо примерно вот на уровне первого ряда второго цвета на 2-3 петельки. Продеваю колечко и все готово. Давайте измерим нашу сумку. Получается высота примерно 24-25 сантиметров и ширина 34 сантиметра. Длина ручек у меня получилась 56 сантиметров, но в процессе ношения они еще немножко растянутся. И на этом заканчивается видео мастер-класс по вязанию сумочки шопер из трикотажной пряжи. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Я желаю вам приятного вязания. Обязательно отмечайте меня под вашими работами в Инстаграме, мой аккаунт nitka.kz, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всего хорошего, до новых встреч!